виртуальные часики с четким дисплеем и персональным тренером. Распакуем смарт-часы Huawei Watch GT2 версии на 42 мм. Комплект тут самый обыкновенный. Часы, коннектор зарядки, кабель зарядки и документация. У часов легкий корпус из пластика и металла, с весом 29 грамм, без ремешка. Ремешки быстросъемные, комплектный вариант выполнен из силикона. На правой части корпуса есть две клавиши. Верхняя отвечает за возврат на главный экран и меню приложений, а нижняя за режим тренировок. Теперь смотрим на дисплей. Это сенсорная AMOLED-панель на 1,2 дюйма с разрешением 390 на 390 точек. Очень высокий показатель для такой диагонали. С четкостью картинки не будет никаких проблем. Что касается спорта, часы следят за пульсом и определяют показатель VO2 Max – максимальное количество потребляемого кислорода во время тренировки. За счет этого параметра вы сможете оценить свою выносливость. Кроме того, девайс анализирует эффективность ваших тренировок и подсчитывает время до восстановления. Без определения расстояния и темпа при тренировках на улице также не обошлось. Для этого в часы установлен модуль GPS. И напоследок пройдемся по остальным фишкам. Определение уровня стресса, мониторинг шагов, калорий и сна, уведомления с мобильного устройства и даже память для загрузки музыки. Можно подключить к часам беспроводные наушники и слушать с них музыку. Но учтите, что отвечать на звонки с этих часов нельзя. Такая опция есть только в старшей модели на 46 мм. Подведем итог. Это небольшие легкие умные часы с очень четким экраном. Хотя они больше похожи на стильный аксессуар, в этих часах есть полезные фишки для спорта, как встроенный GPS и анализ эффективности тренировок.